Известные люди, заразившиеся коронавирусом, подтвержденные случаи в стадии проверки. Футболист немецкой команды Ганновер Тимо Хьюберс стал первым немецким футболистом с положительным результатом на коронавирус. Команда объявила, что их матч в ближайшие выходные пройдет за закрытыми дверями. Министр здравоохранения Великобритании Надин Дорис стала первым членом британского парламента, показавший положительный результат на коронавирус. Софи Григуар Трюдо, жена канадского премьер-министра Джастина Трюдо, почувствовала недомогание и обратилась в больницу, где у нее взяли тест на коронавирус. К сожалению, в четверг, 12 марта 2020 года, диагноз подтвердился. Оскароносный актер Том Хэнкс объявил о том, что у него и его жены, актрисы Риты Уилсон, обнаружили коронавирус. Том Хэнкс опубликовал заявление в своем официальном инстаграм-аккаунте, где рассказал о страшном диагнозе. Ювентус официально подтвердил, что защитник Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус. Игрок уверяет, что с ним все в порядке. Криштиану Роналду на карантине после контакта с заразившимся коронавирусом одноклубником Даниэле Ругани. Футболист самоизолировался на родном острове Мадейре. Дональду Трампу придется ждать результатов тестирования на коронавирус после официальной встречи с высшим руководством Бразилии. По информации издания Daily Mail, глава специального секретариата по коммуникациям администрации президента Жаира Болсонару заразился опасной инфекцией.